Организатора преступной группы, которая занималась продажей лирики, задержали в Махачкале. Ею оказалась 36-летняя женщина, которая наладила поставку товара из соседнего региона. Подозреваемая и двое ее подельников закладывали наркотики в разных частях города и через мессенджер занимались реализацией. У задержанных полицейские обнаружили более 500 капсул сильнодействующего препарата, подготовленного для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Как давно занимаетесь вы этим бизнесом? Ну, полгода, год. Я же точно дату. Два года.